В ночь с 18 на 19 января православные отмечают один из главных своих праздников – Крещение Господне. Совершить омовение верующие смогут на территории Химок. Сегодня на канале имени Москвы полным ходом идет подготовка, организуют купели. Здесь они будут выполнены в виде креста. К каждой купели будет идти трап, это деревянный настил, который будет выстелен дорожкой ковролина, чтобы это было комфортно сделать. Значит, вход будет с одной стороны, выход совершенно с другой. То есть люди, которые будут подходить к купели, они будут пересекаться с теми, кто выходит. Выходы будут устелены прозеленными ковриками, чтобы не скапливалась вода и было более комфортно. Также купели будут расположены на территории арены Химки за баскетбольным центром Химки, в микрорайоне Новогорск в зоне учебно-экспериментального комплекса Академии гражданской защиты МЧС России, а также в микрорайоне под Резкого на территории зоны отдыха «Форелевое хозяйство». Время работы купели с 21.00 18 января до 21.00 19 января. Все места купания оборудуют теплыми раздевалками и полевой кухней. Безопасность на воде обеспечат спасатели. Химчане, которые не могут добраться до купели самостоятельно, могут получить крещенскую воду на дом. Для этого необходимо оставить свою заявку в управлении социальных коммуникаций.